Приветствую вас, коллеги, друзья, подписчики канала. Как вы, наверное, понимаете, это уже финальная, заключительная часть по сборке и покраске танка Т-72Б3 фирмы Мэнк. Делал я его в камуфляже биатлониста. Как получилось, я доволен, мне модель очень понравилась. Понравилось как и в сборке, в стыковке, так и понравилось, как она получилась в итоге. Нанес пигменты. Пигменты использовал фирмы Model Lab и использовал также эффекты фирмы Model Lab. Сначала нанес эффект светлой грязи. Сверху нанес эффект осенней слякоти. И после это все припылил пигментом дорожная серая пыль и пигмент коричневая русская земля. Пигменты в работе очень понравились. Хорошо наносятся. Если что-то где-то лишнее, хорошо удаляются. Сейчас вам покажу, что получилось, как получилось. И в конце видео можно будет уже посмотреть финальные фотографии. Моделью очень доволен. Что хотел, то получил. Смотрится очень красиво, необычно. Уже зеленые танки надоели. А здесь хоть какое-то разнообразие. Тем более боевой, реальный танк, который участвует в танковом биатлоне, показал себя только с лучшей стороны. Многие знают, что российская команда уже неоднократно занимает первые места. Ну, на фотографиях, я надеюсь, вы рассмотрите получше данную модель. Хочу поблагодарить магазин «Я моделист» за предоставленную мне модель. Спасибо большое. Очень приятно сотрудничать с этим магазином. Магазин «Я моделист» на самом деле отличный. Очень все быстро, качественно. Быстрая доставка даже в страны СНГ. Особенно хорошо тем, у кого есть транспортная компания СДЭК. Доставка в течение 6 дней. И при этом цена в 3 раза меньше, чем просит за это Почта России. Что рекомендую, друзья. Магазин хороший, мне очень нравится. Ну, на этом буду заканчивать данную серию и данные процесс стройки. Кому интересно, продолжайте смотреть фотосессию. И хочу вам пожелать всех благ, вам, вашим близким, друзьям. Кому интересно, продолжайте оставаться на канале и следить за новыми видео. Спасибо, друзья!